Две новые дороги планируется построить в верхней части Нижнего Новгорода. Строительство предусмотрено федеральным проектом «Стимул». Первая автодорога должна соединить ЖК «Анкудиновский парк» с улицей Академика Сахарова. Работы планируется начать в 2021 году и завершить в 2023. Вторая магистраль протянется от улицы Ивлеева в Советском районе через микрорайон «Новая Кузнечиха» с выходом на улицу Академика Сахарова напротив ЖК «Цветы». Это будет четырехполосная дорога. Стоимость ее строительства на сегодняшний день оценивается в 870 миллионов рублей. Работы планируется начать в 2023 году.